чтением Торы. Перед Господом благословим. Барухата Адунай, Лухейну Малыха Улама, Шербахарбану Миколи Ами, Лану и Тора Том. Барухата Адунай, Нотейна Туран, Бешемишу Ога Хорошо. Ну, конечно, потрясная история насчет въехать в забор. То есть у нас в мессианской общине все меняется. То есть говорят миру, въехать в забор плохо, у нас въехать в забор это благословение от Господа. Так что... И я хотел бы сегодня, мы сегодня будем рассматривать книгу Шемот. Это книга Исхода, это первая четвертая глава книги Исход. И эта история, вы, вы помните, что рождение Моисея, его жизнь, как он родился, как он был в доме фараона, как он бежал из Египта и как что происходило дальше. Но каждым, вы знаете, вот я что заметил, что действительно, каждый раз, когда мы выходим сюда и комментируем Тору, каждому Тору открывается по-своему. Она открывается со своей стороны, она открывается как-то именно в том, что его волнует. И вот я обратил, ну как для меня личное было такое желание посмотреть на личность человека, который действительно с чего все началось, на Моисея. Потому что, вы знаете, мы, вот я недавно, когда перечитывал комментарии, и я нашел очень интересный комментарий, что один пишет, что Господь избирал для, Изра... для Израиля, пророков великих мужей, они были мудрые, они были сильные, они были такие благословенные. Ну и в общем все, ура, ну просто ура. И я подсмотрел на Моисея немножко с другой стороны. Я посмотрел и вдруг увидел совсем другую картину, которая ну вообще-то похожа на каждого из нас. то, что происходит в нашей жизни, это похоже на каждого из нас. Я чуть-чуть отойду, чтобы, наверное, вот так видеть всех, а то я так как-то смотрю только вдаль, как Моисей. Так, а теперь я вижу всех. Итак, что же произошло в начале? Ну, значит, мы посмотрим немножко на Моисея с другой стороны. Ну, хорошо, я я как люблю задавать вопросы. Кстати, не одна моя привычка, еще есть некоторые люди, которые любят задавать вопросы. Скажите меня, вот Моисей, ассоциация со словом, с именем Моисей, пожалуйста. Моисей, синай что еще? Вождь, Вождь. закон. закон. Расступились. Воды расступились, но ну, это действие. А как человека? Вот я говорю, Моисей. Горосинай. Кроткий, смиренный. Дальше. А косноязычный. косноязычный. Роза не подсказывай. Что еще? смиренный, кроткий, ну в общем все положительные качества, которые только есть у человека, это наш Маше Рабейну. Маше великий учитель, вот так и называют. Маше Рабейну. Маше наш учитель. И когда мы говорим о Маше, то есть это Маше это великий человек, это тот такой человек, который достигает, который... Вот я читал комментарии, написано, что он, ну как бы некоторые комментаторы говорят, что он уже обрезанным родился. То есть мало того, что он родился хорошим, он еще обрезанный родился. Ну чтобы не утруждать. Ну, кипы я не знаю, но что обрезанные они написали точно. Я подумал, ничего себе, прикольно, хорошо Моисею, родился обрезанным. Ну, мою работу не дали, И, ну, вы понимаете, папе, маме тоже проблем нету на восьмой день. Хорошо, итак, начнем с первой главы. Тут в начале первой главы идет перечисление, но я хочу обратить на какой стих? Я хотел обратить на восьмой стих. «И восстал в Египте новый царь, который...» Ух ты, что это было? Который не знал Иосифа. Да? Вспомните, давайте мы вспомним, что было, кто был такой Иосиф для, для, для фараона вообще. Ну, хорошо, я не буду вас томить. Е е е Иосиф был тот, кто сделал фараона буквально ну, властителем Египта. Потому что до, фара до Иосифа еще земля принадлежала египтянам, если посмотреть внимательно. Они еще были свободны. А когда пришел голод, что сделал Иосиф? Иосиф просто купил всю страну, и они сами себя продали в рабство фараону. То есть Иосиф сделал фараона, ну как сказать, властителем, у которого вся сила, у которого вся власть. И вот я не думаю, что... И вот, понимаете, восстает непонятный фараон, который не помнит Иосифа. Как это память короткая у человека. То есть то, что сделал Иосиф для них, должно храниться из поколения в поколение. И вообще по я хочу, чтобы мы еще коснулись исторического аспекта. Египет, вообще вот, вот Египет, он был разделен на два царства, северное и южное, да? И был верхний Египет, ну, Египет и нижний Египет. И в разные времена эти государства, они были независимы между собой. То есть то, что происходило в южном царстве, оно могло не ну, как бы, ну, это был Египет, но это был верхний Египет и нижний Египет. И вот то, что произошло во времена, когда родился Маше, это Южное царство, оно просто соединилось с Северным и стало одно единое государство. Поэтому, конечно, южный фараон, который пришел снизу, он не знал ну, как бы, о Иосифе Но он знал, что это народ, который обладает влиянием в этой стране. Потому что люди в Египте, они понимали, они помнили, они видели привилегированное состояние. Что произошло дальше? Дальше они поняли, что это угроза. И они решили от этой угрозы избавиться. Всегда, вы знаете, я читал еще один комментарий, где написано, что Египет это страна, где родился антисемитизм. Получается, всегда, послушайте, правительство, ну как бы люди, они ищут образ врага. Всегда нужен враг. То есть, если какие-то есть проблемы, всегда есть на кого спихнуть. Ну, в Российской империи у нас это были евреи. То есть, кто виноват? Евреи. В крае нет воды, кто виноват? Евреи. Поднялись цены на продукты. Кто виноват? Евреи? Они все перекупили, они все купили. Мало того, что они не обладают ни правами, их гонят, унижают, избивают, но все равно виноваты они. И народ, который живет плохо, что он делает? Он обращает, ну, внимание на кого, на что. Понимаете меня, да? То есть, он есть как бы вот физику помните, когда стоит котел, бирку, бурлит в нем вода, и если начинается, ну, на, надо выход. Если нет выхода, происходит бабах. Ну что и произошло в нашей драгоценной стране. Итак, и вот что происходит. И тогда наступает момент, что они решают заморить евреев работой. То есть они начинают их как бы... Слово заморить работой это довольно интересный термин. Потому что что происходит? Они брали людей, свободных людей, и говорили им, слушайте, нужно нам, ну как есть повинность для государства, и эта повинность постепенно переросла в тотальное рабство. Что такое рабство в Египте? Я вам, ну, это живой мертвец. Вот буквальный перевод раб с древнеегипетского означает живой мертвец. Это человек, который умер для всего, он предназначен только для работы. Все, больше у него нет никакого права умереть и работать. То есть, ну, чтобы вы знали. Ну, посмотрим дальше. Итак. И тут написано, и поэтому египтяне жесткостью, жесткостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали их жизнь горькой от тяжелой работы над глиной, кирпичами, от всякой работы полевой, от всякой работы, которая принуждали их жесткостью. И потом этого оказалось мало. Этого оказалось мало, и, скажем, наступил первый геноцид, холокост. Что сделал фараон, вы помните, да? Он приказал брать младенцев и бросать их в Нил. То есть юношей, мальчиков. То есть он был хороший рабовладелец. Он понимал, что мальчики – это будущие войны. Он понимал, что мальчики – это сила. Поэтому надо избавляться от мальчиков. А девочки, ну, девочки будут рожать новых рабов. Ну, что же еще делать? То есть толковый экономист. Но слава Богу, что среди египтян, среди этих народ, этого народа нашлись люди, которые просто ну, боялись Бога. И они просто, что они делали, они не исполняли приказ фараона. И вот переходим ко второй главе, с чего все и начинается. То есть вам преамбула нравится, да? То есть преамбула, вначале пролог, а вот теперь начинается повествование. Меня просили вот такими словами не кидаться, пролог, опиолог, преамбула, потому что говорят, слишком умным кажусь. Ну, что делать, такой уже родился. Итак, Итак а теперь мы поговорим о неудачнике. Я хочу, чтобы вы посмотрели на Моисея, как на неудачника. Вы скажете, как? наш Мошера Бейну, великий учитель Торы, тот, через которого Господь благословил нас Писанием, которым с Богом говорил один на один, который там стоял перед Богом и говорил, Господь, убивай меня, народ спаси. Он неудачник? Но ну, послушайте, мы смотрим на конец его жизни. В конце его жизни, да, это был человек, который прошел путь, у которого были заслуги, у которого было что показать людям. Но когда он родился, ему нечего было показать, кроме того обрезания, как пишут комментаторы, которого у него было с рождения. Извините. Итак, вот, в общем, получается, рождается ребенок. Вы заметите, что Иосиф и Моисей, они вместе попали в дом фараона. Иосиф в зрелом возрасте, а Моисей с детства. Рождается в семье левитов, тоже, кстати, очень хороший момент. Мне нравится, вот, знаете, есть как бы престижные фамилии, знаете, там родиться в семье в семье Винздоров или там в семье Романовых престижно, потому что это королевские семьи родиться в семье Рокфеллера вообще хорошо, а у Билла Гейтса, наверное, просто замечательно. И вот родился в семье Левия мальчик. То есть это мы сейчас сидим, левиты, о, они в храме служили, это были прекрасные, сильные люди, Бог их избрал их на служение. Послушайте, в то время левиты были вообще никем. И их род, если вы помните, если вы помните их род, дедушка у них начудил хорошо. Они с братом вырезали город, убили кучу людей. И когда во второзаконе Авраам раздавал уже, ой, во Господи. В конце, когда Яков раздавал, вы помните, благословение своим сыновьям, что он сказал своим любимому, любимому брату, ну, он сказал Левию, будешь ты рассеянный среди своих братьев. И два человека, два, брата, два сына в коленах, оп. Йосифа вошли. Прикольно, интересный момент, да? Сыновья Левия, ну как бы принадлежать к такому роду, это было равнозначно, ну иметь семью с плохой репутацией. Ну знаем, там дедушка был хороший. И причем мы заметим, что вспышка гнева Левия передалась и Моисею. Его некоторые неадекватные поступки, вот когда он убил спонтанно, когда он там ударил э, со злости о скалу, помните, да? Ну то есть какие-то были моменты. Ну это так просто к смедению. Итак, что происходит? Рождается этот ребенок, они его прячут, и что? Уже приходит время, его просто опускают в корзинку. Кто видел мультик, что Моисей плывет по Ниу? Это неправда, его не, он по Ниу не плыл. Его просто положили в корзиночку, корзиночку обмазали смолой, там, таким метод, положили его в корзинку и поставили на берегу. Не было момента, чтобы он пыл по ним. Если бы он пыл по ним, его бы съели и крокодилы, и бегемоты. Потому что бегемоты кушают мама дорогая, не меньше крокодилов. Итак, и в общем, вот ситуация, лежит младенец. И в это время дочь фараона выходит на берег и находит корзинку. Ну, она услышала крик, послала своих служанок, служанки принесли, увидели, что там младенец прекрасен ликом. Но Комментаторы, конечно, говорят, что она в тот момент шла принимать гиюр, она хотела стать еврейкой, и просто, ну, и в конце концов она стала, так сказать, еврейкой, потому что, ну, это комментаторы говорят. А мы смотрим просто, она была дочерью фараона и обладала гигантской властью. Фараон в Египте, это был не президент в Украине, и даже не президент в Америке. И не премьер-министр в Израиле, поверьте мне. Фараон виз... обладал властью, которой бы нам и не снилось. Он был посредником между Богом и человеком. То есть его действия были божественны. Что произошло? И вот она взяла этого младенца, и вот тут я перехожу к своему Талмуду. Не бойтесь, это... я только вы... буду вычитывать некоторые моменты. Итак, как звали нашего уважаемого героя? Моисей. Моше на иврите это как бы говорят, что переводится с иврита взятый, спасенный из воды. Пророк и основатель основоположник иудаизма. Но вы знаете, самое интересное, что слово Моше это не такое еврейское. Слово Моше вообще-то египетское. И означало оно очень интересный момент. Это из, я взял из женевской Библии. Моисей евреи истолковывают это имя как «извлеченный из воды». Однако само Маше происходит от глагола, означающего «извлекающий», а не «извлеченный». Если предположить египетскую этмологию этого слова, то тогда можно привести его как сын, рожденный сын, дитя. То есть слово «моше», вот вы помните, идет «мэмшин», да? Вау, ну, гей. «Мосе», вот «моше» можно еще прочитать как «мосе», а на египетском языке мосе означает сын и мосе называли ребенка которого могли усыновить но который становился э, на правах законорожденного сына то есть помните когда рожала рожали служанки на колени э, на колени своих госпож госп, ну, э, ну ладно, неважно, не выговариваю это слово, в голове еще не работает все. Значит так, и они рожали этих детей, и считалось, что эти дети законные непосредственно супруг, ну, супруг Авра, ну, Якова. И что происходило так? Происходит дальше, что именно Моисей, вот это имя говорит о том, что он стал не просто, ну знаете, как бастард принятый там на стороне рожденный или там приемыш, а она его взяла буквально на праве родного сына. То есть вплоть до того, что, вот, вот я дальше читал, что он имел право на престолонаследование. наследование. То есть он мог стать фараоном. И поэтому я провел небольшую аналогию с Иосифом. Вы помните, в дом фараона Иосиф вошел рабом, а стал владителем Египта. Мальчик, рожденный рабом, вошел в дом фараона на правах престола наследника. И вот здесь мы имеем гигантскую дыру на протяжении почти 38 лет. Мы не знаем, что было дальше. Мы не знаем, что происходило. Но самое смешное, что ответ мы находим в, ну, именно в Евангелии, мы находим в Новом Завете. И это, это место... Это место э, так, сейчас секундочку... Деяние 7 глава, 2 стих. «И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в делах и словах». Интересно. То есть, так же самое Ешо, вы помните, мы знаем его рождение, и потом мы уже видим его взрослым. И мы не знаем, что происходило. Но там были какие-то моменты. И он, написано, возрастал в Перед людьми и родителями его уважение. Написано, что он был послушен, кроткий. По обыкновению входил в синагогу. То есть мы видим, что на основании вот таких мест мы можем сделать какой-то вывод. И вот вывод был такой, что за это время, когда Иосиф, ой, Иосиф, Моисей, рос от рождения до определенного момента, он рос в доме фараона на правах престола наследника. И что он был? Он был у нас научен мудрости египетской и был силен в словах и делах. Йосиф Лави пишет о том, что он был военачальником войск Ра. В Египте было два войска, войска Ра и войска Птаха. Войско Птаха это было внутреннее войско, которое, ну, для, как скажем, полицейские силы, которые поддерживали, ну, порядок внутри страны. И войска Ра это было войско, которое выходило на встречу кочевникам, ну, скажем, вела наступательные оборонительные войны. И вот по одним из сведений, ну, как бы Иосифа Флавия, если вы почитаете иудейские древности, мы прочитаем, что он был непосредственно военачальником этого войска. Ну, я не знаю, было ли так или не так, но если, опять же, исходя из того, что мы выше уже перечислили, ниже, что он был представлен наследником, что он был научен этот, мы можем сделать вывод, что да. И что произошло дальше? И вот через 40 лет он выходит к своему народу. Вы сейчас спросите, где же неудачник? Неудачник будет дальше. Он выходит к своему народу, и смотрите, написано: Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим и увидел тяжелые работы. Скажите мне, теч в течение 40 лет человек, который жил в Египте, который был военачальником, который строил военные укрепления, которые строили, кстати, рабы, а рабами были евреи. Он что, не видел своих братьев? Что-то у него со слепотой было не в порядке, что он смотрел и не замечал. Ну нет, ну вывод простой. Человек живет, и я вам скажу даже больше. Ему, наверное, и напоминали, что он еврей. Сто процентов были люди, потому что опять по истории, исторически, если брать историю, у этой, у этой дочери фараона был муж тот захватчик, который захватил Египет. И у него был свой сын, который тоже был представлен наследником. Видите, уже целый исторический авантюрный роман получается. Борьба за власть, борьба за троны. И что ему, конечно, напоминали, что кто ты такой? Ты даже не египтянин, ты просто пришелец, ты вообще из рабов. Вы понимаете? И, конечно, я думаю, у молодого человека были амбиции. Я не знаю, что он хотел сделать. Может, он захотел стать вторым Иосифом? Может быть. А может, он захотел стать первым фараоном? не знаю, но вот он вышел и увидел народ. И вдруг он резко понял, что он может использовать эту ситуацию для себя. Он может стать просто, сказать, слушайте, я же тоже еврей, и вы евреи, давайте-ка мы сделаем правильную власть в этой стране. А для чего? Чтобы сделать эту правильную власть, что он сделал? Он сделал поступок. Он сделал поступок, он убил этого египтянина, который, ну, насмотрщика, который бил египтянина, ой, этого еврея. Интересный момент. Вы знаете, что по законам, египетским законам, если фараон или хотя бы из семьи фараона убивал человека, это считалось нормальным, ну, это не было преступлением. Этой семье выплачивалась большая пенсия, это считалось вплоть до того, что ну, нормально. Ну, захотел этот убить, ну, Бог все-таки. Ну, вот Божья воля, он совершает это убийство и в страхе бежит. Послушайте, 40 лет человек жил, потерял все. Можно назвать такого человека неудачником? Родился в неудачное время, вырос вроде хорошо, но потом захотел что-то сделать, потерял это все. Можно назвать такого человека удачливым во всех делах, во всех поступках? Конечно, ну, ну я понял, реакции нету, все уже ушли в глубину анализа. Ну скажите мне, пожалуйста, такого человека можно назвать удачливым или нет? Спасибо, наконец-то я услышал. Нет. Почему нет? Потому что у него ничего не получилось. Я даже думаю, знаете, такая мысль мне фривольная проскакивает, что, возможно, Бог-то и хотел, чтобы Иосиф стал таким, ну Моисей стал таким, поднять его в доме фараона и чтобы вывести народ по-другому. Но так как произошло, что произошло, он бежал в пустыню, он потерял все. Включается вторая 40 лет. Вы помните, куда он пришел? Он пришел в землю Медианскую. Это земля раздора. Переводится буквально «земля раздора». Он подходит, слушайте, он человек в бегах, за человеком охотится Египетская империя. По тем временам это сильнейшая империя. Это мы так думаем, что они слабенькие были. На самом деле там было множество интересного. Ну, как бы, были интересные вещи. И вот бежит он в эту пустыню медиамскую, без денег, без связей, э, опасаясь любого человека, потому что за его голову назначена награда. И вот он подходит к колодцу, он видит ситуацию. Он видит, как, э, вы помните, да, приходят девушки, отворяют воду, и приходят э, пастухи, и выгоняет их вон. Я о чем задумался? Послушайте, это были дочери священника Медиамского. Священника. Главного священника. Какое отношение у этих пастухов, жителей Медиама, было вообще к своему священнику? Что зная своего, что это его дочери, вместо того, чтобы послужить ему, они его просто выгнали. А ну, просто использовали. Понимаете? Вот к чему я просто говорю. И что он делает? Он совершает опять поступок. Он защищается за них. И вот здесь очень интересный момент происходит. Если раньше он пытался в Египте использовать ситуацию для того, чтобы исполнить свои какие-то ну, ну, какие планы, какие-то вещи, ну, амбиции, желания для своих каких-то корыстных целей, то здесь бескорыстный поступок. Ему просто стало, наверное, жалко этих, ну, этих девочек. И он просто, потому что, знаете, Почему Ишуа говорит? Помните, он написано Ишуа говорит, что я плакал, ну с плачущими я плакал, да, ну то есть он он испытал все, как и мы. И поэтому, когда Иосиф испытал горечь вот этого поражения, он сделал правильный выбор. Он сделал правильное, как это называется, правильное решение принял. Он понял еще раз, я не помню. Моисей, я все, я что-то уже... Моисей сделал правильное решение. Он, он решил просто... Он, он, знал, что такое больно. Он понял, что такое быть униженным. И он стал на защиту униженных. И почему я говорю о бескорыстности? Потому что он не пошелся за наградой к отцу. Он мог прийти к отцу и сказать, слушай, я твоих дочерей спас, давай ко мне ну, каких-то денег. Ну, я же нуждаюсь. Он скромно остался на месте. И когда священник узнал об этом, он сказал, почему вы его оставили? Ведите его сюда. И вот он приходит туда, да, он, э, понравилось ему жить, и тот выдал за него свою дочь Цепору. И вы спросите, где же неудачник? Вроде бы всю жизнь налаживалась. Мы подходим дальше, когда э, прошло еще 40 лет, а он пас овец своего тести. Иосиф, э, Яков за это время умудрился своему тестю еще ну, сделать состояние, еще себе сделать состояние, а он за 40 лет ничего не сделал. Он пас овец своего тесте. Можно, конечно, сказать, что он был верным, можно сказать, что он был хорошим, что он был так смирился. Я не знаю. Но я вижу, что человек, который знал всю мудрость египетскую, который управлял войсками, за 40 лет последующих ничего не мог сделать. Ну, я не думаю, что он в монахи ушел. Знаете, еще не было монахов. Там, Боже, теперь я буду монахом, буду кротким и смиренным. Хорошо. И вы представляете себе, такой человек, такого человека призывает Бог. Такого человека призывает Бог. Посмотрите, знаете, иногда мы смотрим на свою жизнь. Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на призму жизни свою через вот, жизнь Моисея. Послушайте, в наших жизнях происходит порою: взлеты и падения, успех и неудача, что-то получаем, что-то теряем, что-то важное. И мы уже опускаем руки, идем в пустыню медиамскую, ну, помирать. Послушайте, давайте посмотрим на Моисея. Все равно Моисей состоялся. Бог поднял Моисея. Моисей, когда старался своими силами что-то сделать, у него не получалось. Поэтому, если у вас что-то в жизни происходит такое, знаете, и вы думаете, что это уже все. Нет, это начало. Это только начало. Это просто этап жизни. Как вы относитесь к таким вещам? О, кто-то уже звонит мне. Это, это ты, Саша, намекаешь во время? Спасибо. Вот видите, у нас уже технологии дошли уже по мобильным телефонам. И послушайте, я когда смотрел на, эту, на, Моисея, я вдруг увидел, знаете, может себя, я увидел, что на самом деле, не то, что в смысле, что я уже Моисей, сейчас у них крылья выросли, нет. Мы люди, и порой мы думаем, чтобы быть Божьим слугой и помазником, надо быть кротким, смиренным, богоизбранным, косоязычным и много-много-много-много разных хороших вещей. Бог выбирает простых людей. Бог выбирает людей, которые, которых Он выбирает. И у нас нету такого, знаете, мы не можем сказать, Бог, так, вот этих людей не выбирай никакие, а этих выбирай нехорошие, а вот этот вообще никакой, иди отсюда, что ты пристал ко мне. Нет, ребят, извините, драгоценные братья и сестры, Бог выбирает тех, кого он выбирает сам. И Божье призвание, оно не зависит от наших желаний, от наших симпатий, от наших характеристик. Бог силен изменить любую ситуацию. Моисей был неудачником. Моисей был человеком, который хотел использовать, знаете, Божье в своих целях. Знаете, когда мы используем Божье в своих целях, будьте готовы потерять все. Послушайте, будьте готовы потерять все. Если мы используем какие-то Божьи вещи в своих целях, Бог не желает, чтобы мы поднимались для себя. Он хочет, чтобы он поднялся, чтобы другие люди могли получить свободу. Что произошло в Египте? В Египте произошло то, что Моисей умер для себя. А я думаю, что вот именно в Медиаме произошло то, что мы называем, может быть, мы называем это воскрешение из мертвых. Он, он просто умер для прошлого и воскрес для нового. И пошел целые годы учения, пока он не вышел на эту гору Хариф, пока он не видел эту ежевику. И даже вспомните, даже там, он сопротивлялся Богу. Даже там он говорил Богу, что он хочет, ну, он говорит, иди и веди народ. Он говорит, нет, я не пойду, я косоязычен. И вот теперь я хочу, чтобы вы заметили еще одну фигуру, которую я не запоминал. Это Аарон. Послушайте, прошло 80, Аарон был старше его, я не знаю, может, ему было 84 года. Но приходит, он говорит, я косоязычен, я не могу говорить. Он говорит: послушай, будет, если у тебя брат Аарон, он будет твоими устами. Помните, а, вы, а ты будешь пророком для него. 83 года прошло, 40 лет, как он ушел из Египта. Я не думаю, что когда был, Моисей был при власти, он общался со своей семьей. Я не думаю об этом. Ну, может, там какие-то блага им шли, там, потому что они были кормильцами все-таки. Ну, я не думаю об этом. Я не знаю. То есть исторически это не подтверждено и по Писанию тоже, кстати. Но я думаю, ну, смотрите, проходит всего 8-70 лет, и вот спит Аарон, к нему приходит ночью Господь и говорит, выйди из страны в пустыню, встретишь своего брата и будешь ему, ну, устами. И Аарон не говорит, слушай, Бог, я не помню, какой брат? У меня брат вообще-то был когда-то, но он был у Параона, потом он ушел, он, наверное, умер. А ну, Аарон встает, и идет. И напоминать вам Авраама. Авраам, выйди из земли. Помните? А он говорит ему, Аарон, иди навстречу брату. Аарон встал и пошел. Он даже не сопротивлялся, он не говорил, он не говорил, Бог, это безумие, сумасшествие, какой брат. Я вообще, мне надо кирпичи сдавать, норму. Он взял и пошел. Что произошло с Аароном? Аарон стал Когином. Он стал священником. Я думаю, что его вера, его послушание Богу стало. И посмотрите на Моисея. Бог говорит, иди, а он говорит, не, я не пойду. Делай, не буду. А что я скажу им? А каким образом? А может быть не надо, а может еще третий найдется. Скажите мне, сильно вот такая фигура такая личностная, а? Лидер, сильный лидер. Я хочу, чтобы вы просто поняли. Все мы Моисеи. Где-то в каких-то областях. Где-то мы стесняемся, где-то мы сопротивляемся Богу. Где-то мы пытаемся указать Ему, как Он должен поступать. Где-то мы убегаем от своего призвания. Но послушайте, я хочу, чтобы мы посмотрели на венец славы. Моисей стоит на горе, и он видит, и Господь дает ему Слово Божье. Моисей ста... пойдет дальше, выводит народ свой уже к... к выходу. И видит землю обетованную. Он не вошел туда. Но послушайте, то, что сделал Моисей, это стоило того, чтобы может и не войти. Поэтому знаете, я хочу, чтобы вот на основании этой главы Шемот, вы понимали, что находясь в обстоятельствах, находясь в каких-то стесненных ситуациях, помните, что Бог любит простых людей, и каждый из нас простой. Это мы можем строить перед собой, там, что мы такие чисто крутые, мы такие деловые. На самом деле, знаете, как так, ну, может это... В общем, расскажу так. Однажды мы с братьями пошли в баню. 31 числа. И вы знаете, мы вдруг поняли в бане, когда мы уже облачи, разоблачились, вошли, мы вдруг поняли, что мы одинаковые, мы олые. И там не было там, ну, тот, там, пастор, там, тот, тот, не было ничего. Мы были братья. Мы были, как пришли, так и пошли мыться. Понимаете, да? И перед Богом мы простые. Это мы можем на себя надевать талиты, кипы. Вот я одел сегодня талит, кипу, жилеточку. Перед ним он видит меня таким, какой я есть на самом деле. Он снимает маски, он видит нас. И поэтому не бойтесь, что если у вас что-то не получается... Бог силен вывести нас. Он проведет нас, Он спасет нас, Он утешит нас, Он поможет. Просто уповайте, будьте ааронами. Бог говорит, делай, делай. А как же это делай? Делай для него, не для меня, не для Васи, не для Коли Перепелкина. Делайте для Бога. Мать Тереза сказала, вы будете делать людям добро, а люди будут забывать это добро. Все равно делайте добро. Вы будете жертвовать большие суммы денег а люди будут думать что это вы делаете для того чтобы показать что вы что-то такие значимые все равно жертвуете вы будете прощать людей а люди вас будут обижать опять и опять все равно прощайте людей и она в конце сказала такую фразу в конце концов вы поймете что это не между вами и людьми а между вами и и Богом. И вот на этом я хочу закончить этот комментарий. Может быть, мы не так много раз посмотрели на Моисея, ну, как бы разобрали полностью всю хронологию, потому что там очень много интересных вещей. Очень много. И мы можем увидеть там. Ну, просто прочитайте и посмотрите немножко по-другому на эту ситуацию. Не со, не со слов комментаторов, которые возносят уже его как. Родившимся обрезанным, уже ему даже и делать не надо было ничего. Мне просто зацепила вот эта фраза. Вот, то есть родился герой, какой-то божественный, сверхъестественный дядя. Послушайте, мы рождаемся простыми людьми. Знаете, Экильзиаз был прав. Все, что было, то и будет. И нет ничего нового под солнцем. Аминь.